Добрый день, очередной анбоксинг. На этот раз у нас Master Morphix 2x2 от компании Chima Funky. Master Morphix 2x2. Ну, очевидно, бывает 3x3. Mats Folk улыбается нам, как обычно. Изображен сам кубик 2x2 на самом деле. И все, в принципе. Открываем головоломку. Здесь встречают такие пластиковые вставки. Позволяют не болтаться головоломки внутри коробки. А она только одна. Инструкции компания Mafangi не положила. Вот так оно все выглядит. У меня уже был Master Morphix 2x2 от компании Shingshou. Но мне захотелось сделать некоторые модификации с подобной головоломкой. Поэтому я должен был купить как минимум два. Но поскольку не так давно вышел от компании Chi новый экземпляр, я заказал три. Один оставить в коллекции, а из двух сделать модификации. Думаю, в скором времени это получится. Не так давно на канале был также анбоксинг вот такой головоломки, которая называется Pyraminx 2x2. Но по сути, это обычный кубик 2x2, который собираться будет как 2x2. Ну, проверим вращение. От компании Shingshou Master Morphix такой был уже давно, поэтому новый должен, наверное, быть получше. И да, действительно неплохо вращается. Но если сравнить с пирамидкой 2x2, пирамидка, конечно, повеселее вращается, но я думаю, они со временем начнут вращаться одинаково. Это прям вообще хорошо крутится. Давайте перемешаем, соберем и уже сделаем окончательные выводы. Собирается легко, так что, думаю, трудностей возникнуть не должно. Ну, вот так я сейчас мешал, не размешивая форму, но можно еще и форму нарушить. Вот какой-то такой вид принимает головоломка. Давайте попробуем ее собрать. Посмотрим на Master Morphix от Shingshou. Да. Цвета, естественно, другие. Но они, я думаю, да, они точно совпадают с цветами пирамидки 2x2. Ну, с чего начать? Возьмем какие-нибудь два элемента, которые, скорее всего, стоят рядом. И к ним поставим еще парочку. Будет у нас как будто первый слой. А вот сюда, очевидно, какой-нибудь красненький нужен. А вот уже три элемента. Ну, сюда, значит, синий-красный. А синий-красный у нас только один. Ну и пиф-пафами его ставим. И вот как бы первый слой кубика собран. У нас здесь резко собрались еще остальные. Так неинтересно, поэтому давайте их сломаем. Вот как-то так. Чтобы хоть немного поинтереснее было. Первый слой собран. На втором мы сначала расставим уголки по своим местам, а потом будем разворачивать их на месте. Ну, к примеру, этот зеленый стоит, наверное, правильно. Этот желтый нет. Тот желто-красно-зеленый, видимо, не отсюда. Ну, а зелено-желто-синий, он, видимо, должен быть здесь. Да. Немножко повернем и видим, что вот два вот этих элемента стоят вроде как на своем месте. Да, то есть мы можем поменять вот эти два местами. Для этого используем какой-нибудь Т-перм или лямбду, кому что удобнее. Главное здесь делать все аккуратно, чтобы не ошибиться. Ну как раз вернулись к тому, что у нас было. Вот подобная ситуация многих смущает на шейп-монтах кубика 2x2, что
что на такой пирамидке, что на Мастер Морфиксе. Ну, решается просто пиф-пафами. То есть нам нужно развернуть вот этот уголок. Да, естественно, он так вращаться не будет. И какой-нибудь еще. Либо синий, либо зеленый. То есть те уголки, которые одноцветные, и как их ни поверни, будут стоять хорошо. Давайте возьмем вот так вот. Делаем пару пиф-пафов, смотрим, что получается. Смотрим, не встал как надо. Делаем еще парочку. Вот, стоит хорошо. Но тут все размешано. Ну, не сильно размешано, но вот один есть. Поэтому подворачиваем одноцветный уголок и доделаем пиф-пафы. Да. Все развернулось, все собралось. И как бы все. Головоломка простая. Те модификации, которые я собираюсь делать, дадут более сложную версию. Ну, я думаю, в ближайшее время вы увидите видео об этом. А так, качество неплохое. Хороший Мастер Морфикс. Компания YJ еще выпустила свой. Но я, наверное, ее покупать уже не буду, несмотря на то, что 3x3 Мастер Морфикс, я считаю, у них самый удачный. Мне этих двух хватит. Плодить одинаково головоломки разных фирм не очень хочется. Тем более они не особо сложные. Собирать их так часто не буду. Ну, получше, чем Шэнгшоу. Хотя у Шэнгшоу тоже неплохой. Если выбирать, то вариант вполне достойный. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.